Приветствую, друзья! Сегодня поговорим про децентрализованную и современную платформу здравоохранения, в которой смогут взаимодействовать пациенты и медицинское сообщество. Любой желающий также сможет участвовать в качестве пользователя или держателя токенов. Представляю вашему вниманию DocAdemic. Эта платформа станет полноценной экосистемой здравоохранения, предлагая бесплатные услуги медицинского обслуживания каждому человеку с интернетом. Проект DocAdemic разработан с целью создания и доступа к главным медицинским услугам, а также медпродукции для каждого нуждающегося человека. Приложение DocAdemic поддерживает Android и iOS, его можно загрузить из Google Play или App Store. Регистрация в DocAdemic доступна через Facebook, Gmail и электронную почту. Пользователи, прошедшие регистрацию, могут бесплатно и неограниченно по времени общаться с врачами на платформе DocAdemic. Я выделил такие плюсы данной платформы. Во-первых, платформа активно использует искусственный интеллект. Есть возможность доставки лекарств и препаратов. Использование логистических решений. Команда состоит из высококвалифицированных специалистов с высоким уровнем мотивации. Данный проект регулируется США, а там, как нам всем известно, очень высокий уровень медицины. Это уже работающий готовый бизнес, действует с 2016 года. За это время они привлекли большое количество участников из 20 различных стран. Доступность. Пользователи DocAdemic смогут звонить врачам в любое время, 24/7. Использование смарт-контрактов и технологии блокчейн, что делает платформу надежной, безопасной и прозрачной. Есть три основных технологии в системе DocAdemic, которые активно используются на ее практике. Во-первых, смарт-навигатор для пациента. Данная опция уже активно поддерживается для всех основных медицинских работников во всех странах, где услуги предоставляются. Когда любое из медицинских учреждений изменяет адрес, то это моментально отображается в базе данных платформы DocAdemic. Во-вторых, программный движок. Приложение DocAdemic использует этот двигатель, который может обрабатывать несколько миллионов операций в секунду, что делает его одним из самых передовых и удобных при работе с пациентами. Третье. Опция кросс-диагностики для человека позволяет быстро, эффективно и точно выявить диагноз больного, что облегчает работу медикам. Данные получаются в режиме реального времени из приложения. По токенам. Название токена MTC – это токен, основанный на Ethereum и соответствующий стандарту ERC-20. Конец ICO назначен на 28 февраля 2018 года. Количество выпущенных токенов равно 1 миллиарду. Минимальный порог – 3,5 миллиона. В заключение хочу сказать, что платформа будет выполнять очень значимую функцию и выведет оказание медицинских услуг на качественно новый уровень. Благодарю за внимание, всем до новых встреч!